Федерация спортивной борьбы России объявляет о создании профессиональной борцовской лиги, подобной Wrestling League. Первый турнир состоится в Москве 19-20 мая. В нем примут участие лучшие борцы России и Белоруссии, а также представители некоторых других стран. Соревнования пройдут по олимпийским стилям спортивной борьбы. Вольная, греко-римская и женская борьба, а также в грэпплинге и панкратионе. Разбирался в деталях Егор Сурков, а помогали ему в этом Михаил Мамиашвили, Роман Власов и многие другие. Если вот аналогию как бы смотреть вот за рубежом, вот в Германии проводят и в других странах, ну, допустим, Бундеслига, да, вот и приняли решение, что почему не проводить у нас. Да. И, ну, естественно, сейчас дело за малого, там, вот, отправили пригласительные наших партнеров, наших борцов, братьев по оружию, как бы по цеху. И ждем ответа, да, вот, когда вот, чтобы провести вот эти соревнования. Соревнование будет называться «Лига подобного». Во-первых, могу сказать, что все наши основные олимпийские чемпионы, чемпионы мира, допустим, Роман Власов, Муса Ивлуев, Сергей Емелин, Сергей Семенов, Давиче Квитадзе, Влад Алирзаев, ну, так далее, так далее. Все наши сильнейшие там это борцы, все они будут участвовать. Эту лигу мы будем развивать. И да, будем развивать. Естественно, это все будет согласовано Международной Федерацией, это UWV. И я думаю, что очень интересно получится. Через полтора месяца у нас хороший старт. Лига подобного обещает быть очень зрелищным. Хороший состав, хороший премиальный. Но главное то, что в отсутствии стартов, как никогда, этот старт важен для нас. Готовимся к турниру. И будем снова доказывать, что сборная России лучшая в мире. Очень хорошие слова. Сборная команда России лучшая в мире. Приходите, поболейте за нас. Наша задача заключается в том, чтобы сохранить сборную команду в том составе, который она есть. И сегодня лига это дает хороший импульс. И положительно все отнеслись к этому созданию, к этой лиге. Мотивация такая, что и призовой фонд будет очень серьезный и ощутимый. И плюс еще те топовые спортсмены, которые сегодня после чемпионата мира прошлого года и после чемпионата Европы, который проводили в Будапеште, чтобы те чемпионы тоже приехали, чтобы мы уже посмотрели реально, кто сильнее. Что касается лиги, она является, значит, площадкой, на которой могут присутствовать без исключения все спортсмены. Никаких ограничений на приезд, на участие, никаких ограничений нет. Это дает нам возможность действительно саккумулировать на этой площадке рейтинговых спортсменов. Сперва предполагается на территории Центральной спортивной армии провести предварительные соревнования на максимально возможном количестве ковров. Это будет интересно. Ну а финальная часть, я думаю, пройдет уже на ВТБ-арене, где будут определены лидеры, где будут определены, значит, спичный состав ребят, которые финальную часть представят на ВТБ-арене. Я думаю, это будет интересно, очень привлекательно.